Вот отец мой так жил. Он имел 4 коровы дойных. Я 6 лошадей запрягалась у него. Да жеребец стоял в конюшне, страшно глядеть. Да 2-3 подростка жеребят ходят. Да 4 коровы даятся, да может 3-4 подростка. И всех кормил. Теперь что работать? Поедут в 10 часов, да в 11 на пашню. Да в 2 часа все домой едут. А мы уезжали с темного и приезжали ночью. Да беды-то дай-то за советской ласки. Мясо у нас, катки стояли за лето засоленые. Хлеба у нас конца края не было. Никто нас не задевал, никто не шевелил. Как пришла советская власть, и начали рвать, и начали щипать. И оборвали всех. Ой, сгорела бы эта власть огнем пылом. Россия. Загадочная, незнакомая страна. Так уж получилось, что мы ничего не знаем о ней. Поэтому, наверное, и живем так трудно и так глупо. Где же путь к возрождению? Людям без роду, без племени, без корней, без родителей, без истории и исторического опыта никогда не выбраться на этот путь. Поэтому, наверное, надо вспомнить, кто мы, кто наши родители, что есть мать-земля наша, Россия. Об этом наш фильм. Конечно, это не объективное исследование. Чем больше узнаешь эту незнакомую страну, тем крепче влюбляешься в нее. Это происходит невольно. Это и не полный рассказ. Многих тем мы даже не коснемся. Например, ничего не расскажем о серебряном веке русского искусства. А то, что покажем мы, это как бы впечатление человека, который начал узнавать историю своей страны уже в зрелом возрасте. И все, что мы узнавали в процессе съемок, переворачивало душу. Как так случилось? Почему Господь отнял у людей разум? Как можно было разграбить и уничтожить такую богатую страну? И почему? Почему мы ничего не знали о ней, о своей родине? История России, которую мы учили в школе, написана услужливыми лакеями, спешившими угодить своим хозяевам, как раз тем, кто растоптал и разграбил эту страну, ее убийцам. История России написана ее убийцами. Вот так и обозначим наш неблагодарный жанр. Дело об убийстве России. О том, что Россия кормила своим хлебом Европу, мы уже знаем. Ее называли житницей Европы. Но она и одевала Европу. 80% мировой добычи льна приходилось на долю России. Россия добывала 70 тонн золота. Но, кстати, доходы от экспорта сибирского масла превышали доходы от добычи золота. И так далее, не будем утомлять цифрами. В 1901 году в Москве открылся Елисеевский магазин. Годом позже такой же магазин открылся в Петербурге. Слава богу, он сохранился. Еды давно нет, но магазин сохранился. А могло бы быть какой-нибудь СП. Заглянем в него. И пока камера скользит по потолку, внизу смотреть нечего, раскроем Гелеровского, большого знатока дореволюционного быта. Почитаем, что же стояло на прилавках магазина. Окорока вареные, фестфальские окорока, провесные с откинутым плащом, жирные остенские устрицы, фигурно разложенные на слое снега, огромные красные омары и лангусты, стерляжья мелкая икра, темная осетровая, крупное зернышко к зернышку белужья, ароматная паюсная, сухая мешочная. Ну, наверное, хватит, и так уж похоже на издевательство над нашим человеком. Поговорим лучше о ценах и зарплатах в 13-м году. Ученик рабочего получал 30 рублей в месяц, профессиональный рабочий до 100 и выше. Хлеб стоил 2 копейки фунт, мясо 15 копеек. Врач и учитель зарабатывали до 200 рублей в месяц. Масло стоило 45 копеек за фунт,
сахар 17 копеек, икра 3 рубля 40 копеек фунт, бочка воблы 2,60, водка 13 рублей ведро. Одессит бы на это сказал, и кому это мешало? Так и пошло. Да. Крутить и закрутили ни туда, ни сюда. Да. А то теперь поняли они. Поняли, что есть Бог. Да. Уважать человека, чтобы так, а не так. Этот Мишенька, я его зову, начальника-то. Ну. Он этот Мишенька сел у нас. Ну, царь Бог. Да. А хватит он оказался, я нехорошо скажу. Говори. Свиньей. Вот так. Россия, которую мы потеряли. Русские купцы, промышленники, предприниматели, они совсем не были похожи на нынешних. Наши экономисты придумали удобную для жуликов теорию. Все в истории первоначальные капиталы были накоплены нечестным путем. Это не так. Русские предприниматели богатели вместе со страной. Развивалась промышленность, креп крестьянин, росло благосостояние народа, богатели и они. В 13-м году страна развивалась неслыханными темпами. Россия уже перестала нуждаться в привозе иностранных товаров, ее заводы могли выпускать все. От самоваров и велосипедов до подводных лодок и современных автомобилей. Перед самой войной в Париже вышла интересная книжка. «Экономический обзор России в 14-м году». Французский ученый Эдмон Терри приходит к поразительному выводу. К середине текущего столетия Россия будет господствовать над Европой как в политическом, так и в экономическом и финансовом отношениях. Это мост Александра III в Париже. Некий жест России по отношению к дружественной Франции. Первый камень в основание моста положил Николай II. По краям моста на колоннах аллегорические фигуры, изображающие Россию, и надписи. Глуар, слава, и, жаль, что надпись плохо видна, абонданс, изобилие. Вот этим все сказано о тогдашней России. Интересно, если бы мы сегодня построили такой мост, какие аллегорические фигуры отображали бы нынешнее состояние страны? Нищета и бесчестие? Ну ладно, раз уж мы в Париже задержимся на минуту. Вот это Мадлен, знаменитая парижская церковь. Сейчас она на ремонте, в лесах. Как рассуждают французы, остаться на год без любимой перспективы? Посмотрите внимательно на Мадлен, ведь она нарисована. Ну да, как в театре. Полотняный занавес, и на нем нарисованная церковь. Любовь к родине, к родному городу в крови у каждого француза, англичанина, американца, у всех, кроме нас. Но вернемся на нашу несчастную родину. В своей книге Эдмон Терри делает еще один прогноз, демографический. К середине века население России будет составлять 343 миллиона человек. Разумеется, методы подсчета были несовершенными. Французский исследователь учитывал население Польши и Финляндии, тогдашних провинций России, но все-таки близко к правде. Как раз в 50-м году в нашей стране проводилось исчисление. Население СССР составляло тогда 178 миллионов человек. Куда ж девались 150 миллионов? Вот она, наша жуткая история в цифрах. 35 миллионов погибло в войне с немцами, 66 миллионов во внутренних войнах. Гражданское, террор, голод, коллективизация, репрессии. В 17-м году большевики объявили войну своему народу. 66 миллионов погибло в этой войне.
Знаете, что это под нами? Великий Сибирский путь. Железнодорожная магистраль через всю Сибирь и Дальний Восток к самой юго-восточной окраине страны. Великий Сибирский путь построила нищая лапотная Россия, неграмотные русские мужики. Женщины тогда не горбились на тяжелых работах. Между тем, строительство это не имело аналогов в мире. Ни по скорости строительства, а это всего два десятка лет, ни по объемам работ, ни по тяжести климатических условий. Что это? Неужто экскаватор? А это? Знаете, как и все люди моего поколения, я раньше думал, если бы не революция, не советская власть, не было бы в России ни Днепрогесса, ни Магнитки, ни атомной бомбы, ни Гагарина. Но вот что мы обнаружили в историческом архиве Санкт-Петербурга. 1832 год. Доклад полковника Шишова в комиссию проектов и смет о строительстве каменной плотины на днепровских порогах. Это же Днепрогресс. Смогла бы Россия перегородить не такую широкую речку? Думаю, что смогла бы. Если бы очень хотелось погубить Днепр. Проектов много, но самый ошеломительный из несостоявшихся – этот, Трансаляска-Сибирь. Железнодорожный путь от Красноярска, от станции Канск, через Киренск, Якутск, далее через мыс Дежнева к мысу Принца-Валийского на Аляске. Два тоннеля, один под русскими водами до острова Ратманов, другой под американскими. Общая стоимость проекта 470 миллионов золотых рублей. Сегодня только самого отчаянного дурака можно купить на утку об отсталой России 13-го года. Нет, именно в этом году Россия находилась на пике своего развития. Ее как птицу подстрелили на самом взлете. Отсталая Россия строила 2600 верст железных дорог в год. Как тогда строили, объяснять, наверное, не нужно. Даже в лучшие годы советской власти более 1500 километров не строили, а километр, между прочим, меньше версты. Вот он, Великий Сибирский путь. Поразительно. Особенно для нас... О, и тут Ленин в фуражке. Особенно для нас... очевидцев и участников строительства БАМа. А ведь и сам БАМ, Байкало-Амурская магистраль, был сделан царской Россией. То есть были проведены топографические, геодезические, геологические изыскания. Осталось только рельсы и шпалы положить. Вот эти рельсы и шпалы мы кладем 70 лет. Советская власть начала строить БАМ еще до войны. Мало кто знает об этом, дорогу-то строили заключенные, дорогу смерти. Таких дорог, бесцельных и бесполезных, от лагеря к лагерю, много у нас в стране. Большинство из них теперь погибли, потонули в вечной мерзлоте. Не будем жалеть о них. Пожалеем лишь тех мучеников, на чьих костях они проложены. Ура, мы на Аляске. Кто бы мог подумать. Между прочим, это тоже Россия, которую мы потеряли. Все прихожане этой православной церкви – индейцы. Это те самые племена, с которыми познакомились первые русские первопроходцы. Вот она, русская Аляска, остров Бараново, откуда русские люди начали освоение этих северных земель. В 1867 году царь Александр II, чувствуя, что империя может подавиться своими гигантскими размерами, продал Аляску Америке за 7 200 000 долларов. Американцы долго упрекали своего госсекретаря за то, что он приобрел никому не нужный ящик со льдом.
Но вскоре выяснилось, что на Аляске и нефть, и золото, и цветные металлы. Тут поняли, какой аппетитный кусок российского пирога уплыл в чужие руки. Наверное, я плохой патриот. Смотрю на эти земли под чужим флагом и ни капли сожаления в душе. Потому что стоит только представить себе... Знаю, что это не научный подход, нельзя говорить об истории в сослагательном наклонении, и все-таки. Допустим на минуту, что Аляска так и осталась российской, а значит, впоследствии советской. Что было бы с природой, с животными, с людьми? Вопрос риторический, ответ на него уже есть. Для этого достаточно пересечь Берингов пролив. Для того, чтобы показать, как мы по-варварски относимся к природе, ко всему живому, вовсе не обязательно было снимать на Чукотке. Это можно было снять где угодно. Например, на Курильских островах, которые загадили до неузнаваемости. Просто Чукотка ближе к Аляске. А вы где, в шахозе работаете? Здесь в шахозе. Вот как вы думаете, сколько лет этому человеку? Сейчас надо в стадо ехать. 31. А этому? 22. Рублей. Что такое 500 рублей? Сейчас, да? Ну? Ну да, сейчас все дорожает. Ну? Надо еще это... Не кроме этого. Все продукты слишком много обходят. Ой, смотришь на все это, и вспоминается старый-престарый анекдот. Сидит Чукча на берегу океана и бормочет. Плохой был русский царь. Почему? Аляску продал Америке. Чукотку не продал. Каждый день над рабочей слободкой дрожал и ревел фабричный гудок, и послушные зову из маленьких серых домов выбегали на улицу, точно испуганные тараканы, угрюмые люди. Узнали, конечно, роман Горького «Мать». Как же они выглядели, эти угрюмые люди? Что ели, как развлекались, во что одевались? Одного свидетельства Горького, пожалуй, мало. Слава богу, сохранились фотографии. Вот они, вот их продукция. А это Сормовская школа. Учителя, утренняя молитва в школе. Все это сказки о неграмотной России. Грамотность в России составляла 70%. В сельских школах образование бесплатное и обязательное. Это школа рабочей молодежи. К 22-му году в стране не должно было остаться ни одного неграмотного человека. Сормовская больница, сейчас бы им такую. Детский сад. Говоря о гражданской ответственности художника, нельзя не вспомнить о Горьком. Его роман «Мать» сделал больше, чем все бомбы и браунинги социалистов. Согласитесь, что по этому человеку нельзя судить о том, какое оно все, рабочее Сормова. Как нельзя было Горькому судить по отдельной семье о положении рабочего класса в России. Как ни крути, отец Павла Власова – обыкновенный пьяница. Все-таки надо отличать люмпина-пропойцу от сознательного рабочего, голодранца-лентяя от родительного землепашца. И люмпины, и деревенские голодранцы охотно примкнули к революции. На них она и опиралась. И те, кто сегодня пытаются поднять низы на революцию, видимо, хорошо помнят этот завет вождей. Главное – разбудить люмпина. Мы решили поставить камеру у проходной сегодняшнего Сормовского завода и посмотреть, что изменилось за 100 лет. Прав ли был пролетарский писатель, звавший Русь к топору? Ну, во-первых, ощущение, что работают одни женщины. Да, Россия давно уже держится на женщине.
А во-вторых, послушаем, что это поет Патриция Каас. Мадмуазель поет блюз. Ой, мадмуазель другая жизнь. Ей не надо после тяжелого рабочего дня бежать по магазинам, стоять в очередях, потом, сломя голову, домой, накормить, постирать, уложить. Мадмуазель поет блюз. А эти кадры мы снимали на Нижегородском рынке. Вот бабушка, сормовчанка. Всю жизнь трудилась на заводе, теперь свалилась старость. И что? Ходит она по рынку, смотрит на эти цены и понимает, что жизнь прожила зря и трудилась зря. И родины, которой она отдала все силы, которая должна бы ее защитить, у нее уже нет. Таких стариков и старух сегодня миллионы. Мы снимали год назад. Каково же им теперь? Они обречены на вымирание. Выходит, снова объявлена война своему народу. Сколько миллионов погибнет в этой войне? Мы, как поганые язычники, принесли в жертву своих родителей, бросили их на растерзание жуликам. Ну и какое же у нас может быть будущее? Оплаченное такой гнусной ценой, разве оно может стать счастливым? Этот альбом был сделан по личному распоряжению императора Александра III. Здесь собраны фотографии всех революционеров, готовивших или осуществивших террористические акты против представителей власти. Интересно, что делал император с этим альбомом. По вечерам перелистывал его, всматривался в лица людей, убивших его отца, мечтавших убить его самого. Вера Засулич. Вера Засулич стреляла в градоначальника Трепова из пистолета самого большого калибра, с каким ходят на медведя. Суд оправдал ее. Общество рукоплескало убийцам. В таком случае, что же оно хотело получить, это общество? Все, что случилось потом, закономерно и оправдано. К 1905 году террор достиг неслыханного размаха. Убивали уже всех подряд. В Севастополе бросили бомбу в офицера и убили 100 человек. Среди них были дети. Ленин инструктировал в письме бомбы делать чугунными и начинять гвоздями, чтобы больше осколков. А ведь мы и сегодня такие же. История нас ничему не научила. Посмотрите только на названия наших улиц. Ни одного убийцу не пропустили. Человеком, который покончил с революцией и террором, был Петр Аркадьевич Столыпин. Среди его предков Суворов, среди родственников Лермонтов, Столыпин ввел военно-полевые суды. А чем, скажите, суд революционера справедливее военно-полевого суда? Тем более, что суды казнили только за самые тяжкие преступления, за убийство. Редкая фотография «Убийца и палач». «Россия, — говорил Столыпин, — сумеет отличить кровь на руках палача от крови на руках добросовестного хирурга. Скольким людям он спас жизнь? Ведь только за 5-6 год бомбами и браунингами было убито и искалечено 20 тысяч человек. Это обелиск Столыпину на Аптекарском острове в Петербурге, там, где его пытались убить.
Покушение на Столыпина, трудно даже сказать, какое по счету, в 1906 году, было последней судорогой террора. Взбесившиеся революционеры взорвали дом премьера на Аптекарском острове. Погибли в основном посетители в приемной. Сила взрыва была ужасной. Трупы людей превратились в бесформенные куски мяса. Убито 27 человек, ранено 32. Пострадал сын Столыпина. Дочку же выбросил из балкона на улицу под ноги лошадей. На всю жизнь она осталась хромой. Это Таврический дворец, главная арена деятельности Столыпина. Здесь заседала Государственная дума. Итак, с террором было покончено, революционеры бежали за границу, пора было приниматься за реформы. Началось великое выздоровление страны. Идея Столыпина была такова. Нельзя создать правового государства, пока нет независимого гражданина. А такой гражданин в России – крестьянин. При нем произошло истинное и полное освобождение крестьян. Крестьянин получил в свою собственность землю. Столыпин хорошо понимал, крепкий крестьянин на своей земле – преграда для всякого разрушительного движения, для всякого коммунизма. Была у Столыпина давняя мечта – освоить пустующие плодородные земли в Сибири. Началось переселенческое движение за Урал. Каждая крестьянская семья получала 50 десятин земли в собственность, освобождалась от налогов, мужчины от воинской повинности. Это переселенцы осваиваются на новых землях. Начинали тогда со строительства жилья, школ, больниц. В одной из столыпинских деревень на Алтае перед революцией были телефоны и электричество. Реакционер Столыпин, каким его рисовали школьные учебники, и был истинным революционером и реформатором. Все, что он не делал, все сводилось к одному – поднять Россию, сделать ее по-настоящему свободной, свободной от нищеты, невежества и бесправия. Первого сентября 1911 года в Киеве на спектакле в присутствии императора Столыпин был смертельно ранен террористом Багровым. Это произошло в антракте. Петр Аркадьевич стоял вот здесь, где сейчас стоит этот мальчик. Багров подошел к нему вплотную и выстрелил в упор дважды и побежал по проходу. Столыпин поднял глаза, император смотрел на него. Петр Аркадьевич поднял левую руку, правая была пробита, и перекрестил ею государя. Убийство Столыпина можно считать днем второго рождения русской революции. Революционеры воспряли духом. Представляю, как радовался в эмиграции Ленин. Будущий фашистский лидер Бенито Муссолини, тогда молодой итальянский журналист, написал восторженную статью по поводу убийства тирана с берегов Невы. Россия вступила на путь великих потрясений. Столыпина похоронили в Киевско-Печерской лавре. Почему не в Петербурге, не в Москве? В бумагах покойного нашли записку. «Хочу быть погребенным там, где меня убьют». Спустя год на Крещатике поставили памятник Столыпину. В 1917 году его снесли, по чьему указанию Ленина. Нет, это случилось при Временном правительстве. Столыпина одинаково ненавидели и левые, и правые. Такова природа человека. Смелых, идущих против ветра, не любят еще больше, чем трусов. Глава российского императорского дома, великий князь Владимир Кириллович, живет в Париже, в самом центре, рядом с садом Тюильри, куда они и ходят гулять с супругой Леонидой Георгиевной и с собакой по кличке Мишка. Владимир Кириллович похож немного на своего дядю Николая Романова, если бы тот дожил до 70. Сам он уверяет, что больше похож на прадеда Александра II. Трудно сказать. Время неумолимо, ведь дядя и прадед погибли довольно молодыми. А это его внук, великий князь Георгий Михайлович,
Наследник русского престола. Такой он сейчас. Вот все, что осталось от большого и старинного рода Романовых. Последний русский государь Николай Романов родился в 68-м году. Во всех русских царях, начиная с Екатерины I, текла немецкая кровь. В Николае была еще и датская. Мать его Мария Федоровна, датская принцесса. А вот он со своим кузеном, английским королем Георгом V. Одно лицо. Николай закончил расширенный гимназический курс, свободно говорил на четырех языках. За 5 лет он выслушал полный курс Академии Генерального штаба, то есть получил хорошее военное образование. Александр III, строгий отец, говорил воспитателям детей: «Фарфору мне не нужно, мне нужны нормальные, здоровые русские дети». В молодости Николай был влюблен в балерину Кшесинскую. У них был роман довольно долго. Потом он влюбляется в другую, уже окончательно и на всю жизнь. В Алису Гессен-Дармштадтскую, немецкую принцессу, воспитанную при английском дворе. Отец Николая был против брака, но сын был настойчив, упрям, проявил ту твердость, которой так не хватало ему в управлении государством. В 94-м году они обручились. В этом же году умер Александр III. Александр III был здоровый человек, гнул пальцами серебряные рубли. Трудно было поверить, что он так быстро умрет. Словом, Николай не был внутренне готов к царствованию. Лучше всего его характер передавал удивительный портрет Серова. При взятии Зимнего толпа и задрала штыками произведение великого русского художника. Правдивее всего говорят о человеке фотографии семейного альбома. Что они говорят о Николае? Шутник, озорник, милый человек, хороший семьянин, но этого мало для императора. Интересно рассуждает Солженицын. Николай дважды просвистел Россию. Александр III оставил ему сравнительно здоровую страну. За 11 лет он довел ее до бунтов 5-го года. Закопали царевича в песок. Потом Россию вытянул Столыпин. За следующие 11 лет он довел ее до ужасов 17-го. Он играл в поддавки с революцией. Свою семью и свою Алису он любил больше, чем Россию. Жена его, Алиса, Александра Федоровна, более строгая дама, если судить по фотографиям. Немка, приняв православие, она всю жизнь пыталась постичь Россию, понять душу русского народа, заставляла себя любить все русское, окружала себя русскими людьми. Дело доходило до смешного. Сын своего, Алексея, не учил немецкому языку. Александра Федоровна была русская душою, как говорил Пушкин про свою Татьяну. У дочери Николая были простые русские няни. Тоже характерная деталь. Они привили девочкам простую русскую речь, любовь к старине, к сказкам. Между прочим, царевны говорили: видать, слыхать, аль не знаешь. Учительницы часто видели их в аккуратно заштопанных ситцевых платьях. В театр или на бал они могли попасть только во время каникул, и вообще обязанностей у них было гораздо больше, чем развлечений. По вечерам, после чаепития, как правило, дети шли к отцу. Если он был занят, ждали у дверей. Отец читал им вслух, читали Гоголя или Чехова. Дети хохотали. Ни одна из них не вышла замуж. Все эти девочки были застрелены в Екатеринбургском подвале. В 904 году, после 4 дочерей, у Николая и Александры наконец родился сын. Наследник русского престола Алексей Николаевич Романов. Вскоре после рождения сына радость родителей была омрачена страшным открытием. Алексей тяжело болен, у него гемофилия. Болезнь эта ужасна, любой ушиб приводил к внутреннему кровоизлиянию. Мальчик подолгу, иногда неделями, мучился от невыносимых болей. Однажды он спросил у матери: «Мама, когда я умру, боли прекратятся?»
Алексею, как он ни старался, трудно было вести жизнь нормального, здорового ребенка. Любой ушиб мог закончиться трагически. Это он со своими потешными, вот, встал по росту. Несчастные родители страдали и мучились еще больше, чем их сын. Ах, как самому хочется нырнуть, но нельзя. Это первый дневник царевича Алексея, 16-й год. Эту книжку ему подарила мама, велела записывать каждый день. Но он, конечно, как всякий ребенок, ленился. Записи очень короткие в те дни, когда он чувствовал совсем себя уж нехорошо. Писали его сестры под его диктовку, конечно. Вот Татьяна писала, вот опять сестра писала. Значит, он болел в этот день. Весь день прошел, как всегда, видел капитана, слепого и без правой руки, он вернулся из плена. А вот совершенно удивительные письма, которые написал Алексей маме из Могилева, из Ставки, куда он уехал с отцом. Обращение какое: «Милая моя, уютная мама. Душка моя мама, вчера у нас был в гостях сербский генерал, мне подарили медаль за храбрость. Ее я заслужил в боях с учителями. Милая моя дорогая мама, сегодня я совсем выздоровел, жрать хочу, как 100 волков. Объехали весь базар и смотрели, что покупают крестьяне. Много всякой всячины. Тут и овощи, и обувь, и ленты. А вот смешное обращение: душка-мамашка. Этот мальчик будет застрелен в Екатеринбурге на глазах у родителей и сестер. Труп его проткнут штыком, его вещи разделят между собой его убийцы, потом сожгут и зароют неизвестно где. Через 2 года после Николая Романова появился на свет человек, которому суждено было поставить последнюю точку в династии Романовых. Владимир Ульянов родился 22 апреля 70-го года в Симбирске. Это ленинский мемориал, построенный к 100-летию вождя. Чтобы возвести его, пришлось уничтожить все и вся в округе. Снесли даже дом губернатора, памятник архитектуры, дом, где бывали Пушкин, Карамзин, Гончаров. Церкви, где крестили Володю Ульянова, разумеется, нет и в помине. Дом, в котором он родился, по словам его сестры, не сохранился. Однако свидетельство старушки не могло остановить неутомимых советских исследователей. В аккурат к 100-летию вождя дом нашелся. Вокруг него и возвели мемориал. В каждом русском городе хоть что-нибудь сохранилось. Пусть в полуразрушенном, оскверненном состоянии, но уцелел какой-нибудь храм, который можно восстановить. Симбирск подвергся тотальному уничтожению. Да, привет из Симбирска. Именно в этом городе, где язычество и идолопоклонство пустили самые глубокие корни, мы увидели, как строится новый храм. Но и сейчас такое время, когда уместно сказать, что Россия опять во мгле невежества духовного и язычества. Уже более 70 лет, как дух антихриста, то есть противный Христу дух, завладел народом нашим. И вы сами знаете, с какой болью, с какими потерями, с какими жертвами пустели наши храмы. С такими же потерями пустели наши сердца. И сегодня время пробуждения. В нас живет голос совести. Мы готовы жить по сердцу, но не умеем, как это сделать. Наш храм еще не готов, говорил священник. Но и мы еще не готовы. Россия снова, как во времена Владимира, принимает христианство. Но вернемся к нашему персонажу. Этническое происхождение Ленина долгие годы было окутано глубокой тайной. Еще бы! Было отчего упасть в обморок правоверному коммунисту. По линии отца, это Илья Николаевич, бабушка Ленина Анна Смирнова, калмычка, дедушка Ленина Николай Ульянин, чуваш.
Еще хитрее линия матери, это Мария Александровна. Бабушка Ленина Анна Грошопф немка с примесью шведской крови. Внимание, антисемиты. Дедушка Ленина Александр Бланк еврей. Вот перед нами книга служащих медицинского департамента. Как известно, дедушка Ленина Александр Бланк проходил по этому департаменту. Он был выпускник медицинской академии. Страницы 520-523 отсутствуют. Чтобы найти эти страницы, нам понадобилось полгода. Мы находимся в партийном, иначе ленинском, архиве. Сейчас зима, дело, как видите, происходит после августа 91 года, который рассекретил это самое секретное учреждение нашей страны. Вот здесь мы обнаружили документы, изъятые из исторического архива Санкт-Петербурга. Что же за страшную тайну скрывала партия от своих членов? Документ с объяснением о происхождении выкрещенных из евреев бланков. Читаем. Сведения о воспитанниках Императорской медико-хирургической академии, еврейских детях, воспринявших святое крещение, Дмитрия Александре Бланках. Означенные бланки из староконстантиновских мещан евреев, дети еврея, мошки Бланка. Вот и вся тайна. Братья Абель и Израиль Бланки, крещены они были под именем Дмитрий и Александр, приняли православное крещение вынужденно. Евреев в высшие учебные заведения не принимали. Царская Россия – это была единственная нация, подвергавшаяся постоянной дискриминации. Вот, кстати, ответ, почему так много евреев приняли участие в революции. Почему мы так долго задерживаемся на еврейском происхождении Ленина? У партийных ортодоксов быть немножко антисемитом считалось хорошим тоном, таким признаком благонадежности. Согласитесь, трудно отказать себе в удовольствии рассказать им эту пикантную подробность. Их идол сам на четверть еврей. Коротко о биографии Ульянова. В 87-м году он заканчивает гимназию и поступает в Казанский университет. Вдумайтесь, родной брат цареубийцы в Императорский университет. В Казани несколько музеев Ленина. В годы перестройки горожане получили в подарок еще один – мемориал. Как теперь сложится его судьба? Квартиры жителям из него не сделаешь. Воды нету, в центре живем. Помойка льется. Грязь ведь здесь рядом. Льется. Туалет во дворе. Помойка вам. Каждый один вас здесь течет вода. Дышать невозможно здесь. Какая у вас площадь? Сколько у вас человек? Меньше 14 метров 5 человек. Угу. Вот так. А кто работает? А кто всем работаем? Я кроме я. Я пенсионер. А они где работают? Они это... Снуха завод работает. База грузчиком, сына работает, унышком работает, база мороженым продает, а унук есть маленький, пятый. Вот. Тоже не работает. А унук всем работает. Да, символическая картина. Одинокая уборная на четыре двора, и перед ней ленинский мемориал. Через полгода после начала занятий Ульянова исключают из университета за участие в студенческой демонстрации. Отправляют в ссылку. Не такое уж страшное наказание. Село Кукушкино под Казанью, имение его дедушки Александра Бланка. Имение давало небольшой доход. Кстати, откуда у семьи Ульяновых деньги? Мать получает 100 рублей пенсии за отца. Ульянов нигде никогда не работал. Деньги давала имение Кукушкина и деревня Алакаевка под Самарой, где Ульяновы купили земли 89 гектаров. Управляющий Алакаевки посылал деньги семье. На этом мы покончим со сказкой о полной лишении жизни
вождя мирового пролетариата. Дом, где он жил, его комната, его земли. Эх, не знал Владимир Ильич, что он миллионер. Теперь на каждом гектаре его бывших земель нефтяная скважина, качающая нефть. А если бы знал, если бы действительно был миллионером, как бы повернулась русская история? Впрочем, сколько российских миллионеров тратили свои деньги на революцию? 95-й год, Петербург, Ульянов сидит в тюрьме на Шпалерной за нелегальную деятельность. Познакомимся с царской тюрьмой. Вот он пишет сестре Анне. Свою минеральную воду я получаю и здесь. Мне ее приносят из аптеки в тот день, когда закажу. Сплю я по 9 часов в сутки и во сне вижу различные главы моей книги. Ульянов в тюрьме увлеченно работает над книгой «Развитие капитализма в России». Совсем не такой стала эта тюрьма в ленинском государстве. В 30-е годы к ней пристроили так называемый «Большой дом» местное НКВД. О том, что здесь творилось, ходят легенды. По свидетельству охранников, здесь был первый убойный двор, второй убойный двор. Это дети врагов народа. Где могилы их близких, они не знают. Каждый год они собираются здесь, на берегу Невы. За спиной у нас большой дом, напротив тюрьма Кресты, чтобы почтить память родителей. Сюда, к большому дому, приходила и Анна Ахматова узнать что-нибудь о своем сыне. Здесь ее измученное сердце нашептало ей эти стихи. Это было, когда улыбался только мертвый спокойствию рад и ненужным привеском болтался возле тюрем своих Ленинград. И когда, обезумев от муки, шли уже осужденных полки и короткую песню разлуки паровозные пели гудки, звезды смерти стояли над нами, и безвинная корчилась Русь под кровавыми сапогами и под шинами черных Марусь. Отсидев год на Шпалерной, Ульянов едет в ссылку, в Сибирь. Те революционеры, у кого водились деньги, могли ехать в ссылку не за казенный счет, а с комфортом. У Владимира Ульянова деньги были. Местом ссылки Владимира Ульянова было село Шушинское на Енисее. У него просторный дом, прислуга, хороший стол. Раз в неделю резали барана. Семья присылает ему деньги, снедь, книги. Одно время он даже хотел выписать из Петербурга охотничью собаку, но потом отказался от этой затеи. Взял щенка в деревне. По свидетельству Крупской, Владимир Ульянов был страстный охотник. Ульянов много работает в Шушинском, ездит в гости к другим ссыльным, иногда за сотни километров, и все это без всякого полицейского надзора. Это его второй дом, тот не понравился. Человек критического ума, Ульянов сразу уловил эту решительную ошибку царского аппарата, враг престола и отечества, и без надзора. Придя к власти, он исправил эту ошибку. А уже к 20-летнему юбилею советской власти берега Енисея, где когда-то отдыхал вождь партии, превратились в сплошной концлагерь. В бунтах 5-го года Ленин участия не принимал. Вообще, вплоть до 17-го года он проводит время в европейских столицах. В Мюнхене, в Брюсселе, в Лондоне, в Париже. Деньги в партийной кассе есть. В 8-м году произошло знаменитое ограбление Тифлисского банка. 300 тысяч рублей поступило в кассу большевиков. Впервые грабители-марксисты применили бомбы. 3 человека убито, 50 ранено. Ленин с Крупской переезжает в дорогую 1000 франков в месяц квартиру на улице Бонье в Париже. Это старинное парижское кафе «Клозери до Лила» на Монпарнасе. Ну, видела самых знаменитых парижан, например, Аполлинера, Модильяни. В более поздние времена завсегдатаями этого кафе были Хемингуэй и Оренбург, к примеру. В этом кафе любил бывать Ленин. Говорят, он даже играл в шахматы с Аполлинером на меню ресторана, который наверху. Его портрет. Je me souviens bien, il y a eu un tableau avec Lénine. Oui.
Je ne le vois plus. Oui, il était là. Et on nous l'a volé. Я помню, здесь висела картина с Лениным. Что-то ее не видно теперь. Да, висела. Вы знаете, 4 месяца назад ее украли. Так жалко, такая хорошая картина. Впрочем, у парижан осталась еще одна картина. Ее подарил музею Ленина в Париже Горбачев. Вот эту картину никогда не украдут. Дело в том, что за лавками букинистов должна быть не Эйфелева башня, а Нотр-Дам. Ну да это мелочи, главное, картина хорошая. Перед самой войной Ленин пишет свою знаменитую работу «Империализм как высшая стадия капитализма». Ленин очень заблудился в этой работе. Прошло 80 лет, а капитализм так и не загнил, не умер естественной смертью. Более того, выяснилось, что империализм не высшая стадия капитализма, а его младенческая пора. Потеряв колонии, бывшие империалистические державы вовсе не обнищали. Наоборот, их благосостояние повысилось. Ведь содержание колоний, трата на них духовных и материальных сил нации истощает саму нацию. На наших глазах распалась Советская империя. Последняя империя, державшаяся на штыке. Кое-кто грустит по этому поводу. Не надо. Будем все-таки ориентироваться на исторический опыт. Случилось то, чего так боялся Столыпин. 15-20 лет без войн и революций. Вот что нужно было России для полного выздоровления. Но война началась. Она была встречена взрывом патриотизма в народе. Добровольцы записывались в армию десятками тысяч, промышленность перестраивалась на военные рельсы, указом царя был принят сухой закон, страна начала работать на войну. Даже царские дочери и сама царица пошли в госпиталь сестрами милосердия, мыли ноги раненым, делали перевязки. Не торопитесь обвинять авторов музыкальной неграмотности. Слова и мелодии этой бессмертной песни были написаны Александром Боде, учителем гимназии из города Рыбинска, и написаны они были в 16-м году. Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой с тевтонской силой темною, с германской ордой. Ничтожные военные историки возвели много напраслины на царскую армию и русских командиров. Между тем, русская армия воевала, как правило, на территории противника. Были и у нее неудачи, но громких побед было больше, иначе Российская империя не стала бы такой огромной. Это гонит австрийских пленных. Русская армия не знала предателей. Никогда, никогда она не была такой, какой стала спустя 25 лет. При большевиках. Это кадры финской войны, 1939 год. 5 советских армий до 1 000 000 человек обрушились на маленькую Финляндию, бывшую провинцию России. 2 передовые дивизии сразу попали в плен. Кстати, финскими войсками командовал маршал Маннергейм, бывший царский генерал. В этой незнаменитой войне каждый финский солдат убил 10 советских. До сих пор, кстати, не обнародована судьба этих пленных, около 40 тысяч человек. После окончания войны финское правительство вернуло их советской стороне. Офицеры, видимо, были расстреляны, солдаты погибли в сталинских лагерях смерти. 41-й год. Занята половина европейской территории страны, 4 миллиона сразу сдались в плен. Вот. Самая справедливая война при самом справедливом строе и сразу 4 миллиона предателей. По 600 тысяч солдат оставляли наши гениальные полководцы в немецких котлах. Вот она, настоящая эта измена родине. Потери в войне. При Сталине считалось 7 миллионов, при Хрущеве 20. При Горбачеве 27, все эти цифры липовые. Потери в войне от 35 до 45 миллионов человек. С гражданским населением, конечно. Во всяком случае, каждый немецкий солдат убил 14 советских.
Эти цифры надо знать нашим генералам. Не собираются ли они и новую войну, не дай бог, случись она, выигрывать такой же ценой? Кабы мы воевали только с немцами, а сколько народа уничтожили свои? Свои. Смотрите, смотрите, те, кто считает все, что было на войне, свято и справедливо. Вот еще один предатель погиб. А может быть и не предатель. Что-то уж слишком много. 4 миллиона. Офицеры СМЕРШа. Они хорошо потрудились в эту войну. Казнен за измену родине. Нет, это не его родина. Его родину у него украли. Аплодирует. Все, о чем мы говорили, ничуть не умаляет подвиг солдата в Отечественной войне. Наоборот. Солдату ни одной другой страны не пришлось так тяжело, как советскому. Нашего-то не жалели ни свои, ни чужие. Вечная память солдату. Просим извинить нас за такое длинное отступление, но надо было рассказать все это, если мы хотим иметь армию, которой можно гордиться. В августе 15 года Николай II принял на себя верховное командование. Николай был абсолютно военный человек. Каждый год участвовал в военных маневрах, глубоко интересовался военным делом. Словом, решение не было таким уж глупым, каким его подает советская история. Между прочим, став верховным главнокомандующим, Николай так и остался полковником русской армии. Русские цари не имели обыкновения жаловать себе ни чины, ни ордена. Короче, ошибок Николай не наделал. Более того, можно обратиться к такому авторитету, как Уинстон Черчилль. Мало эпизодов Великой войны более поразительных, чем воскрешение и преображение России в 16 году. Да, победа русской армии была не за горами. Германия выдыхалась, ведя войну на два фронта. Если вы помните, союзники заставили капитулировать Германию в 18 году. Это без России. С Россией этот день наступил бы значительно раньше. К февралю 17 года русская армия имела на вооружении самую современную боевую технику. В ее рядах было 8 миллионов бойцов. Склады были завалены винтовками, пулеметами, боеприпасами. Как раз в это время Николай, пользуясь затишьем на фронте, поехал домой на побывку. Уехал от верной ему армии, где никто, никакая депутация не посмела бы требовать у него отречения. Но он слишком любил семью, уехал и стал заложником. Обидно. И снова Черчилль. Ни к одной стране судьба не была так жестока, как к России. Ее корабль пошел ко дну, когда гавань была на виду. Как радовались люди, как радовались. Свобода. Между тем еще Столыпин предупреждал. Я говорю, надо дать свободу. Но при этом добавлю, предварительно нужно создать граждан и сделать народ достойным свободы. Нам бы это понять вовремя. Сейчас они качают офицеров, завтра начнут поднимать на штыки. В первые же дни революции в Кронштадте убито 60 офицеров, и с ними адмирал фон Вирен. В Выборге офицеров сбрасывали с моста на камни. По всей России издевались, срывали погоны и убивали. Но это хоронит не их. И вообще это не первые жертвы революции. Первые жертвы – городовые. Озверевшая толпа отлавливала их по всему Петрограду, убивала, трупы таскала по улицам. А кто такие городовые? Простые крестьяне из деревни. Да будет ваша святая кровь последнюю пролитой за свободу Родины. Нет, в
Вступая в революцию, наивно надеяться на это. Это только первый ручеек крови. Он вберет в себя другие ручейки и станет полноводной рекой, которая затопит Россию. Буквально на второй день революции распахнулись двери тюрем. Политических там было кот наплакал, в основном уголовники. Страну захлестнула волна уголовных преступлений. Грабили склады, магазины, железнодорожные вагоны, раздевали и убивали людей на улицах. Прежде Россия такого не знала. Закономерный итог всякой революции – разруха. Никто не работает, крестьяне не сеют, не пашут. В городах на улицах смрадная брань, открыто продают порнографию, идут фильмы, вакханалия пошлости, очереди за хлебом, цены на все бешеные, черный рынок. Ну да не нам объяснять, что это такое. Мы плохо выучили уроки февральской революции, и поэтому повторили ее всю до мелочей. Пройдет совсем немного времени, и появится вот этот красноречивый документ. Порядок распределения обуви. На каждые 50 человек полагается одна пара обуви, на каждые 10 человек одна пара галош. Похоже, это наш завтрашний день. Революция продолжается. Хаос, безвластие. Где же вождь большевистской партии? Вождь в разливе. Скрывается от ищеек временного правительства. Это мы знаем из учебников истории. А почему? Какое ему было предъявлено обвинение? Ленин, находившийся в эмиграции, в буквальном смысле прозевал революцию. Узнал о ней из газет. Надо срочно в Россию, но как? Через воюющую страну? Однако Германия была заинтересована в русской революции больше, чем сам Ленин. Ей уже трудно было вести войну на два фронта. Ленину и 30 большевикам был предоставлен специальный вагон. Этот поезд промчался через всю Германию. И вот поэтому против Ленина было возбуждено уголовное дело по обвинению в государственной измене. Мне казалось, что тома этого дела безвозвратно утеряны, а нет, они хранились в спецхране. И сегодня они открыты и доступны историкам для ознакомления. Вот они все, 24 тома здесь. Ничего особенно нового здесь нет. Все это было известно общественности еще в 17 году. Но любопытно почитать допросы следователем Александровым свидетелей. Таким образом, я удостоверяю, что, будучи взят в плен немцами, я командирован германским правительством для работы в России на пользу Германии. Я удостоверяю также, что такие задачи возложены германским правительством на Елтуховского и Ленина. Это я говорю на основании фактических данных, которые мне сделались известны в Берлине, в германском генеральном штабе. В октябре произошел государственный переворот. Не революция, заметьте, а именно переворот. Говоря откровенно, великий фильм «Октябрь» – просто художественно выполненный политический заказ новых хозяев. Впрочем, вот эта деталь верная. Женский батальон защищал Зимний дворец. Да еще мальчишки-юнкера, да инвалиды-георгиевские кавалеры. Ну, а это, конечно, вымысел художника. Никакого штурма Зимнего дворца не было. Все произошло мирно, как смена караула. Обыватель вообще не заметил, что совершилась революция. Работали рестораны. Шаляпин в Мариинском театре пел Дона Карлоса. Интересно, что его больше возмутило, портрет царя или биде? Наверное, все-таки биде. Да, и вот это правильно, пограбили всласть. Так же мирно свершилось все и в других городах России, только Москва немного посопротивлялась. И опять юнкера. Однако сопротивление юнкеров очень преувеличено, историкам нужен был масштаб победы. На самом деле юнкера ушли из Кремля в 7 часов вечера, а Кремль продолжали разрушать тяжелыми снарядами до 3 часов утра. Погибших якобы при штурме Кремля торжественно похоронили на Красной площади. Вот когда ее начали превращать в кладбище, юнкеров закопали во рву за городом. Вот их хоронят. Вообще о юнкерах нужен отдельный рассказ. Когда на третий день переворота взбунтовались Павловское и Владимирское училища в Петрограде, расправа была ужасной. Прежде чем застрелить юношу-юнкера, отрезали ему члены, вставляли в руку. Новая власть показала, что она умеет и пошутить. Бедные русские люди, как они радовались, когда пала династия Романовых.
Они не знали, что их ждет. На Руси воцарился новый самодержец, самый жестокий из тех, кого знала история. Все мы, конечно, плохо знаем свою историю. Вот так для нас неожиданным открытием было решение Второго съезда Советов. Оказывается, Ленин и его товарищи получили власть временно, до появления в стране парламента, то есть учредительного собрания. Главный козырь нынешних ленинцев – народ в 17-м поддержал большевиков. Ошибаетесь, милые. По всей стране выборы в российский парламент проводились под контролем большевистских советов, и тем не менее большевики потерпели сокрушительное поражение. Теперь общество понимало, что большевики могут не дать открыться парламенту или разогнать его. 5 января, в день начала работы парламента, на улице вышла мирная демонстрация в его защиту, в основном из рабочих. Она была расстреляна китайскими и латышскими стрелками. На улицах гремели выстрелы, а в Таврическом заседал российский парламент. В проходах сидели пьяные вдребезги матросы и солдаты, гоготали, прицеливались из винтовок в ораторов. Часа в три ночи вошел матрос Железняков и произнес свою знаменитую фразу «Караул устал». Это была шутка, конечно, никакого караула не требовалось. Наоборот, нужно было удалить пьяных солдат и матросов, чтобы не мешать собранию работать. Но, как мы уже говорили, большевики умели пошутить. Жертвы расстрелов 5 января были похоронены на Преображенском кладбище как раз в годовщину Кровавого Воскресения. Вот он, памятник жертвам Кровавого Воскресения. Где-то здесь, в затоптанной земле, покоится прах защитников учредительного собрания. Вот мы и коснулись самого знаменательного момента нашей истории. Можно с уверенностью сказать, что Ленин... что эпоха Ленина началась не с октября 17-го, а именно 5 января 18-го года, в день, когда было разогнано учредительное собрание и расстреляны его защитники. Не восстала общественность, не взорвалась, онемев от ужаса интеллигенция, не перевернулся мир, почувствовал свою безнаказанность, Ленин и его сообщники стали править Россией по-новому, с той беспримерной жестокостью, с тем беспримерным цинизмом, который мы сполна испытали на собственной шкуре. Весной и летом 17-го года гражданин Романов находился под арестом. Сначала в Царском селе, потом в Тобольске, в Сибири, и, наконец, в Екатеринбурге. Вот он, современный Екатеринбург. Здесь на пустыре стоял дом инженера Ипатьева, где содержалась царская семья. Дом снесли совсем недавно. Большевики всегда уничтожали свидетелей, даже немых, и неустанно порочили свои жертвы. Сумели за 70 лет привить в народе глубокую ненависть к бывшему царю. Эта ненависть особенно сильна в людях старшего возраста, воспитанных при режиме. В молодежи, слава богу, этого чувства нет. Эту табличку подожгли не дети. Семья содержалась в строго охраняемом доме, вестей извне никаких не имела. Николай не знал, что уже расстрелян его младший брат Михаил. Михаил Александрович Романов, вот он на открытии памятника генералу Скобелеву, был, по сути, последним русским императором. Николай отрекся от престола в пользу брата. Через сутки отрекся и Михаил в пользу учредительного собрания. В июне 18-го года Михаил Романов содержался в Перми, это современная Пермь, в гостинице купца Королева. Однажды ночью за ним пришли, вывезли за город на завод в Мотовилиху, расстреляли и сожгли в печи. Так погиб младший брат Николая Романова. Приближался роковой день и для старшего. У меня в руках дневник Николая Александровича Романова, последняя тетрадка. Тобольск, потом Екатеринбург. Редкое чтение. Семья подвергалась неслыханным унижением в ссылке.
Люди, охранявшие дом, обворовывали семью. В дневнике ни слова упрека, ни одной жалобы. Между тем царские дочери, великие княжны, молодые девушки, наконец, шли в уборную. Красноармейцы провожали их до дверей, пытались заигрывать с ними. Писали непристойности на стенах уборной. Когда мы задаемся вопросом, кто мы, откуда мы, как мы стали такими, мы обязаны вспомнить и об этом эпизоде. Мы оттуда. Вот последняя запись в дневнике. Утром около 10:30 к открытому окну подошло трое рабочих, подняли тяжелую решетку и прикрыли ею снаружи рамы. Без предупреждения со стороны Юровского, значит. Этот тип нам нравится все менее. Начал читать 8-й том Салтыкова. Какова роль Ленина в убийстве царской семьи? Вот телеграмма от 16 июля из Копенгагена, газет «Национальные ведомости». Ленину. Здесь распространился слух, что бывший царь убит. Сообщите, пожалуйста, факты. Ответ Ленина. Слух неверен, бывший царь здоров. Все слухи – ложь капиталистической прессы. Ленин. Телеграмма не была отправлена. 16-го вечером ее задержали неожиданно. Почему? 16-го вечером, за несколько часов до выстрелов в екатеринбургском подвале, в Кремле приняли решение. В ночь на 17 июля вся семья, сам император, его жена, дочери, сын, а с ними и докторы, повары, нянюшка, всего 11 человек, были подло застрелены в подвале Ипатьевского дома. Тела их бросили в шахту, на следующий день достали, показалось, что ненадежно замели следы, и повезли дальше, в глушь уральских лесов. След обрывается здесь, у деревни Коптяки, на берегу Исетского озера. Далее неизвестность. Но есть дорога, по которой, скорее всего, везли трупы мучеников. Ничего тут не изменилось за годы советской власти. Та же непролазная грязь и мрак. Почитаем пока одно письмо. Сохранилась переписка между Николаем и Александрой. Они переписывались по-английски. Удивительные письма, повесть о нежной, благородной любви. С твоим дорогим письмом уединяюсь и наслаждаюсь. Перечитываю несколько раз. И безумная старая женщина целует твой дорогой почерк. В воображении кладу голову тебе на плечо и лежу тихо на твоем сердце. А на ночь всякий раз благословляю и целую твою подушку. В темноте перебираю твои слова, и они наполняют меня тихим счастьем. Мои письма, наверное, часто тебя раздражают, и я знаю, что могу тебе сделать и больно, и грустно. Но ты, Бэби, так они называли Алексея, и Россия мне слишком дороги. В лесной глухомане, место это до сих пор точно неизвестно, тела детей и родителей облили серной кислотой, а потом сожгли. Надо ли говорить, что Ленин не только был в курсе, но, скорее всего, отдал этот бесчеловечный приказ? На следующий день после убийства состоялось заседание Совнаркома. Председательствует Ульянов Ленин. Слушали. Внеочередное заявление председателя ЦИК товарища Свердлова о казни бывшего царя Николая II. Постановили принять к сведению. Однажды кумира молодого Ленина, русского революционера Нечаева, спросили, кого из царствующего дома надо уничтожить. Нечаев, не задумываясь, ответил: всю великую Екатерию. Прочтя это, Ленин воскликнул: да, весь дом Романовых, ведь это просто до гениальности. Запомним эту ленинскую фразу. На следующий день после убийства царя произошла другая трагедия, и точно по такому же сценарию. Она произошла в городе Алапаевске, под Екатеринбургом. А у вас 12-го выборы, что ли? Выборы, да. За кого голосовать-то будет? Я? За Ельцина. За Ельцина? Много обещает. Он наш человек.
Так что же произошло в 18-м году в Алапаевске? У русской императрицы Александры Федоровны была родная сестра. Вот она слева, похожа на нее, как две капли воды. Елизавета Федоровна Романова. Она тоже была замужем за Романовым, за великим князем Сергеем Александровичем, московским губернатором. Его убил в 5-м году Каляев, разорвал бомбой на куски. После смерти мужа Елизавета Федоровна ушла от светской жизни, образовала Марфинскую обитель в Москве, молилась за грешных и помогала бедным. Это была женщина необыкновенной чистоты. Так вот, в Алапаевске содержались под арестом Елизавета Федоровна Романова и несколько князей Романовых. Смерть их была похожа на смерть царской семьи, только еще мучительнее. В ночь на 18 июля, через сутки после расстрела в Екатеринбурге, за ними пришли, вывели в лес и сбросили в шахту живыми. 2 дня крестьяне слышали стоны из-под земли. Князья Романовы и Елизавета Федоровна содержались перед смертью в напольной школе на краю города. Сейчас эта улица носит название Ленина, и это правильно. А в самом здании дискотека, танцует молодежь. Что-то знаете про семью Романовых, а? Кто такая Елизавета Федоровна? Это я. А? Я только Валентину Георгиевну знаю. Вместе с Елизаветой Федоровной погибли и молодые русские офицеры князья Константиновичи. Тут нужен отдельный рассказ. Был в России замечательный поэт, писавший под псевдонимом Кавер. Поэтом любви и красоты называл его Тютчев. Лучшие русские композиторы сочиняли музыку на его стихи. Один Чайковский написал 6 романсов. Растворил я окно, стало душно, не в мочь. Кто такой Каэр? Это великий князь Константин Романов, дядя Николая II, адмирал русского флота. У Каэр было 5 сыновей. Все они ушли на фронт, когда началась война. Самый младший Олег погиб в первые дни войны. 3 убил Ленин. Да-да-да, молодые русские офицеры, погибшие вместе с Елизаветой Федоровной, и были сыновьями КР. В нынешнем Санкт-Петербурге между него и Марсовым полем стоит дом, мраморный дворец, где когда-то жил КР. Тут бы неблагодарным потомкам устроить музей несправедливо забытого поэта, но историю убиенных пишут их убийцы. Вскоре после революции в дом переехал Ленин. Не сам, конечно, его музей. Сейчас его уже нет, но есть люди, требующие вернуть музей обратно. Для них мы рассказали эту историю. Еще Достоевский говорил: «Провозгласите право на бесчестие, и все побегут за вами». Ленин и его соратники провозгласили право на бесчестие, право на грабеж и убийство. Откликнулись самые низкие слои общества. Эта темная, нерассуждающая масса стала грозной силой в руках преступников, вождей. Посмотрите, с каким сладострастием эти люди перебирают чужое добро, грабь награбленное. Впервые в истории человечества воровской клич стал девизом государственной политики. Что же мы удивляемся теперь, что превратились в страну жуликов, в страну воров и нищих? Самым чудовищным преступлением большевиков было ограбление и уничтожение деревни. Мы мало знаем о крестьянских восстаниях. А их были десятки не только на Тамбовщине, на Дону, на Украине, в Астрахани, в Оренбурге, на родине Ленина в Симбирске. Все они жестоко подавлялись, заложниками брали крестьянских жен с детьми. Земля крестьянам. Ага. Землю дали. Но в первую же осень крестьян ограбили и отняли урожай.
Посмотрите на него внимательно. Ведь натуральная шпана, уголовник. Вот на этих людей опиралась советская власть. Как раз в это время Ленин пишет листовку. Беспощадная война против кулаков. Смерть им. А крепких крестьянских хозяйств в России было до 6 миллионов. Смерть им. Добрались грабители до святых могил. Сбылось пророчество Ключевского, говорившего, Россия погибнет тогда, когда погаснет лампада над гробницей Сергия Радонежского. Погасла лампада. История сохранила нам кадры ограбления другой святыни, могилы Тихона Задонского. 30 августа 18 года стреляли в Ленина. Эти выстрелы пришлись как нельзя кстати большевикам. Нужно было уничтожить все мыслящее, способное сопротивляться, и вот появился повод. Начался красный террор. В ответ на выстрелы в Ленина и Урицкого учили нас. В ответ кому? Разве был суд над студентом Канегисером, стрелявшим в Урицкого? На суде было доказано, что такая-то партия или группа людей, толкнувших студента на выстрел, подлежат суду и наказанию? Нет. Канегисер был убит без суда, тайно, в подвале на Гороховой. Дело Урицкого несколько томов. Полистаем его. Вот они, арестованные страницы нашей истории. Канегисер Леонид Иоакимович. А это Урицкий Моисей Соломонович, председатель чрезвычайной комиссии. Какое милое лицо. Говорят, жуткий был палач. Разве был суд над Фанни Каплан? На нем было что-то доказано. Не только суда и приговора, но и следствия не было. 2-3 допроса и все. 28-летняя полуслепая женщина и так точно попала в Ленина. Фанни Каплан была застрелена на 5-й день после ареста под Кремлевской стеной. Только за выстрел в Ленина поплатились жизнью десятки тысяч людей, причем невинных, взятых как заложники. По всей России, в каждом городе, уезде, волости брали не наобум. Сознательно отбиралась самая деятельная часть общества. Те, кто умеет думать, наблюдать и делать выводы, кто владеет словом, может держать в руках оружие. В каждом еженедельнике ЧК публикуются списки расстрелянных. Врачи, адвокаты, профессура, бывшие министры, священнослужители, учителя, боевые офицеры. Реки крови потекли по Руси. Уникальные кадры. Жертвы Харьковской чрезвычайки. Придет время и назовут всех, кого убили Ленин и его сообщники. А пока в общих чертах, что такое террор при Ленине. Расскажем не только о Харькове. В Киеве, например, офицеров вызвали в театр якобы для проверки документов. Расстреливали и рубили прямо в театре. 2000 человек. В Орле расстреляли 5 гимназистов. В Евпатории 17 медсестер. Убивали так, как убивают на бойне скот. В Ставрополе за один день прикончили более 2000. В некоторых чрезвычайных комиссиях была заведена должность завучтел. Заведующий учетом тел. Деникинская комиссия по расследованию деяний большевиков только за 18-19 годы насчитала 1 700 000 человек. При Ленине была возрождена инквизиция, только с обратным знаком. В Херсонской губернии священника распяли на кресте. Архиепископа Пермского Андроника пытали. Вырезали щеки, выкололи глаза, отрезали нос и уши. В Харькове священника Дмитрия вывели на кладбище, раздели до нога. Когда же он попытался осенить себя крестным знамением, ему отрубили правую руку. Товарищу Молотову для членов Политбюро. Один из самых страшных документов Ленинского архива. Чем большее число представителей реакционного духовенства и реакционной буржуазии удастся нам по этому поводу расстрелять, тем лучше. Но Ленин мог и не знать обо всем, что творилось в огромной стране. А вот документик не хотите? Списки расстрелянных подробно по всем губерниям. Эти списки клались на стол вождю. Поощрять энергию и массовидность террора.
расстрелять на месте одного из 10, сомнительных запереть в концентрационный лагерь, расстрелять и вывести сотни проституток. Все это Ленин. В 21-м году в стране, где 4 года разбойничали банды голодранцев и уголовников, совершенно естественно вспыхнул голод. Это семья людоедов. Страшный голод, грозивший унести в могилы миллионы. Немедленно был организован комитет помощи голодающим, Помгол. В него вошли самые представительные люди России, те, кого знал мир. И сразу же потекла помощь в районы, охваченные голодом. В основном из-за рубежа. Оттуда пошли в Россию продукты питания и медикаменты. То, что произошло дальше, не укладывается в сознание. Едва образовавшись, комитет был арестован. Исключение сделали только для Веры Фигнер и Горького. Властям не понравилось, что члены комитета, наряду с помощью голодающим, заговорили и о причинах голода, то есть неуважительно о большевиках. После разгона комитета помощь прекратилась. Сегодня особенно часто слышишь «назад к Ленину». Нет, мы не собираемся защищать сегодняшних руководителей страны, никакие они не демократы. Но назад к Ленину. Это значит совсем не знать своей истории. От голода 21-22 годов погибли 5 миллионов человек. Все они на совести Ленина. Вспомним его крылатую фразу. Пусть 90% русского народа погибнет, лишь бы 10% дожили до мировой революции. Неоспоримо для защитников Ленина то, что он очень образованный и интеллигентный человек. Ну, конечно, по сравнению с последующими правителями страны, Ленин был просто Леонардо да Винчи. Но по сравнению с духовными лидерами своего времени, вот что пишет о нем Николай Бердяев. В философии и искусстве, в духовной культуре Ленин был очень отсталый и элементарный человек. Впрочем, об интеллигентности Ленина нужно судить по его делам. При Ленине уничтожили массу замечательных произведений искусства. Погиб памятник Александру II в Кремле, целый архитектурный ансамбль. Ну, это понятно, известна патологическая ненависть Ленина к династии Романовых. Но генерал Скобелев ему чем помешал? Памятник герою Плевны стоял напротив нынешнего моссовета, там, где сейчас Юрий Долгорукий. Снесли и творение великого Паола Трубецкого памятник Александру Третьему. Правда, это сделали уже преемники Ленина. К счастью, памятник сохранился в Русском музее, и скоро ему стоять, где стоял. Уцелел и медный всадник, не поднялась у бандитов рука. Тогда почему же разрушили два других памятника Петру? Стояли по бокам Адмиралтейства две прекрасные работы скульптора Бернстама. Петр спасающий и царь-плотник Петр строящий шлюпку. Их уничтожили в 19-м году по указанию Ленина. Зачем? А нельзя. Нельзя, чтобы народ видел, бывают цари-работники, цари спасающие свой народ. Мораль Ленина весьма своеобразна. Добро все, что служит революции, зло все, что ей мешает. Чем же это отличается от роковой формулы Гитлера «Я освобождаю вас от химеры совести»? Поэтому не надо удивляться, что все его преемники перегрызли и перестреляли друг друга. Все они были освобождены от химеры совести. Умирал Ленин тяжело. В
Вспоминал ли он на смертном одре о миллионах замученных и заморенных голодом людей? Сожалел ли о своей каннибальской теории диктатуры пролетариата, по которой можно убивать даже младенцев? Существует заблуждение, что Ленин перед смертью понял ошибки, поэтому НЭП и прочее. Как раз в это время он пишет записку Каменеву. Величайшая ошибка, что НЭП положит конец террору. Мы еще вернемся к террору. Перед смертью он совершил последнее преступление против России и ее будущего. К 22-му году в России почти не осталось умных и образованных людей. Многие погибли от голода, пайки выдавались только социально близким. Тысячи были расстреляны, как заложники, для этой цели отбиралось все лучшее. Кое-кому удалось вырваться из ада и бежать за границу. С оставшейся интеллигенцией Ленин расправился одним росчерком пера. Основанием для расправы послужило вот это письмо Ленина Сталину. Жаль, плохо видно, но есть расшифровка. Надо несколько сот подобных господ выслать за границу безжалостно. Очистим Россию надолго. Ну, а дальше заработала чекистская машина. Письмо Ленина Уншлихту. Будьте любезны вернуть мне все бумаги с пометками, кто выслан, кто сидит, кто и почему избавлен от высылки. Уншлихт Ленину. Согласно вашего распоряжения, посылаю списки интеллигенции. Операция произведена в Москве и Питере с 16 на 17, на Украине с 17 на 18. Московская публика предупреждена, что самовольный въезд в РСФСР карается расстрелом. Ежедневно Ленину подают списки антисоветской интеллигенции. Здесь лучшие профессора университетов, цвет технической мысли. Посмотрите, как вышибали мозги из России. Вот Владимир Зворыкин. Уж не тот ли это Зворыкин, что изобрел телевизор в Америке? В этих списках лучшие философы России. Сергей Булгаков, Николай Бердяев, Иван Ильин. Уголовное дело Ивана Александровича Ильина, замечательного русского ученого, философа. С его работами мы только знакомимся сегодня. Он был выслан за рубеж в 22-м году бессрочно. На вопрос следователя о его отношении к советской власти Ильин отвечает: «Считаю советскую власть исторически неизбежным оформлением великого общественно-духовного недуга, назревавшего в России в течение нескольких сот лет». Как правильно. Русское либеральное общество сделало все, чтобы расшатать власть и приблизить революцию. Большевизм – закономерный итог этой революции. Выходит, интеллигенция принесла большевиков на своих плечах. Большевики потом легко расправились с ней. Et la gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Vera, Vladimir, Georges, Marie, Jean, Vladimir, Eugénie, Nicolas, Nicolas et Vitali, et donne-leur une mémoire éternelle. Это кладбище Сан-Женевьев-де-Буа под Парижем. Здесь 8 тысяч русских могил. А похоронено 22 тысячи. Три погребения в глубину. А сколько вообще этих могил по всему миру? Могил русских людей, изгнанных со своей родины, оказавшихся ненужными ей. Они жили в чужой стране, воевали за нее, работали на нее, строили мосты, возводили небоскребы, радовали чужих зрителей своим искусством, тратили свои мозги и талант, укрепляли могущество чужой страны. Дмитрий Мережковский, Зинаида Гиппиус, Борис Зайцев, Иван Шмелев. Что мы знаем о них?
Их книги возвращаются на родину только сейчас, как раз тогда, когда мы разучились или вот-вот разучимся. Любите читать художественную литературу. Здесь покоится прах великого русского писателя. Его украли у нас. В школьном учебнике литературы, по которому я учился, мелким шрифтом были набраны имена писателей, живших в одно время с Горьким. Среди них Иван Алексеевич Бунин. Мы выросли без него, и он умер без нас, без своих благодарных и понимающих читателей. Ленину удалось надолго очистить Россию от умных, образованных, мыслящих людей. Он совершил не только государственный переворот, он произвел целый переворот в душе народа. В России был заложен новый антропологический тип, новое выражение лиц появилось у советских людей. Знаете, как называли тогда эту шишечку у Буденовки? Умоотвод. Между прочим, не для этих людей были заготовлены эти костюмы с головным убором, стилизованным под старинный русский боевой шлем. Авторы костюма — художники Васнецов и Бернстам. Костюмы в огромном количестве хранились на складах, а заготовлены они были, знаете, для чего? Для парада русской армии-победительницы в Берлине. В России случилось невероятное. Худшее стало править лучшим, минус поменялся на плюс. То, что веками считалось пороком, стало добродетелью. Вот так начиналось вырождение нации. Мария! Мария! Без тебя беременна! Эти кадры мы снимали у стены некогда знаменитого Жигулевского завода в Самаре. Вот мы говорим, назад к Ленину гибель. Да. Но и то, что происходит сегодня, ужасно. Мы окончательно превратились в страну воров и нищих. Наверху жулики, внизу люмпины. Здоровая часть народа, способная к возрождению, посередине, она редеет день ото дня. Процесс люмпинизации смертелен для будущего страны. Из этой темной, озлобленной, потерявшей ориентиры массы можно лепить слепую силу. Нужен только вождь, который найдет ключ к душам этих людей. И каким будет их вождь, такой будет и страна. Все это мы видели на примере истории России. То, что мы наблюдаем на экране, называется духовная смерть народа. Она ничуть не менее трагична, чем смерть физическая. На такую смерть обречены десятки миллионов людей. Выходит снова, пусть 90% погибнет, лишь бы 10 дожили до счастливого будущего. Стало быть, Ленин действительно живее всех живых, раз он так прочно поселился в сердцах наших руководителей. Готовность всегда пожертвовать своим народом. Вот она, ленинская мысль. Остановить обнищание любой ценой. Укоротить преступников и остановить обнищание. Только так можно спасти Россию и ее будущее. Давай, давай сюда. Он там,